Всем привет! Добро пожаловать на канал Baby Life. И наконец-то я снимаю видео про свой второй триместр здоровой долгожданной беременности. И у нас уже третий триместр, и совсем скоро мы увидимся с нашей девочкой, с нашей доченькой, с нашей малышечкой. Сразу хочу сказать, что положительных моментов намного-намного больше. И есть какие-то не совсем приятные, но это все быстро забывается. Главное, чтобы было все хорошо, и детки-малыши были здоровыми. И сегодня подводим итоги. По неделям расскажу, что и как. Это моя история, это мой путь, поэтому оставайся со мной. И всем желаю приятного просмотра. И сразу хочу сказать и отметить огромное вам спасибо тем ребятам, кто до сих пор продолжает нас поддерживать, писать положительные комментарии, радуется за нас. Это действительно чувствуется, это вдохновляет, воодушевляет. Снимать побольше видео по возможности, по наличию свободного времени и быть с вами более откровенными. И еще, кстати, кто знает хорошие курсы по подготовке к родам, потому что скоро у меня уже в июне декретный отпуск, то, пожалуйста, пишите, возможно, ссылочки, онлайн-курсы. Кто-то еще знает курсы, бесплатные занятия для обоих родителей по подготовке к родам, партнерским родам, к рождению ребеночка. Будем вам безмерно благодарны. И поехали. Второй триместр. Второй триместр у нас проходит с 13 по 28, где-то написано по 27, но считаю с 13 по 28 неделю. В принципе, начало второго триместра у меня отмечалось еще токсикозом. И токсикоз мой продлился где-то до 16 недели. Ну, 15 начала попускать, но вот до 16 меня еще держало. Рвоты у меня не было, но у меня была тошнота. Более детально, подробно, как я с ней справлялась, я рассказывала видео про первый триместр. Помню, что у меня было ЭКО, перенос в естественном цикле, без какой-либо гормональной поддержки, стимуляции, овуляции. Все максимально естественно. Единственное, за несколько дней до переноса и после у меня была всего лишь одна таблеточка 200, внутривагинально у трожестана. И с 14 недели, с 13-14 недели мне ее отменили, как мне и прописывали клиники Грищенко, Коломеец Юрий Владимирович. Кстати, огромное ему спасибо, что все так получилось и наконец-то у нас долгожданная здоровая беременность. И почему я радуюсь именно этому протоколу, потому что здесь минимальная нагрузка на организм. И кто еще будет спрашивать по поводу моего коронавируса, типа коронавируса, мои запахи ко мне, к сожалению, до сих пор не вернулись. Вот вкусы они у меня и были, а запахов как не было первый триместр, как не было второй, и вот начало уже третьего триместра, а они, к сожалению, не появились. Надеюсь, к рождению малышки это все появится, потому что очень хочется ее понюхать, ощутить ее запах, что это такое твое, родное. Но посмотрим. Я думаю, что будет все нормально, пока, по крайней мере, я не заморачиваюсь. С 13 недели у меня кардиомагнил, была дозировка 75. В конце второго триместра, начало третьего триместра, мне подняли дозировку до 100 мг. И витамины с 13 недели я начала принимать Прегна 5. Потом мне добавили еще с 17-18 недели остеохард, это кальций. Я его пропила упаковочку и потом заказала на iHerb коралловый кальций. Там еще незначительная доза витамина D и магний, чтобы не было судорог, онемения. Но с этим, слава богу, у меня все в порядке. Сейчас мне, кстати, отменили Прегну 5, поэтому я принимаю кальций, продолжая, наверное, до 30 недели. Еще пару недель попринимаю. Это келп и фолиевая кислота натуральная, все. Фолаты пока я не принимаю, потому что с гомоцистеином у меня все отлично, он у меня ниже нормы. И давайте еще, наверное, по препаратам. Колексан у меня с 20 недели и Эутирокс тоже с 20 недели, потому что немножечко пошел вверх ТТГ, сейчас он меньше 2, все отлично, все хорошо. И Клексан с 20 недели, потому что Дедемир, в принципе, у меня был высоковат с самого начала. Может, опять же, из-за коронавируса, из-за чего-то еще. Гомоцистеин, как я сказала, уже ниже нормы.
в принципе, на нижней границе, это все очень хорошо, поэтому снижать мне его больше не нужно, а вот ДДМР пошел снова вверх, поэтому мне, в принципе, собственно, дозу аспирина и подняли. Вообще говорили, что 150, но я говорю, давайте хотя бы, так как есть Клексан, минимальная дозировка 0,2, всего лишь попробуем 100. Сдам анализы, посмотрю, что там с кровью, а потом будем решать. По поводу Клексана, повышать, не повышать, и по поводу ацетилсалициловой кислоты. Вроде бы по препаратам это все. Мы ездили в путешествие, в отдых с 13 по 14 неделю в Трусковец, на поезде с кошкой, обратная дорога на машине. Все, в принципе, было хорошо. Токсикоз у меня еще сохранялся, но как-то там это все на свежем воздухе проходило полегче, и время пролетело, поэтому как-то все было хорошо и замечательно. Это точно лишним не было. 15 недель, как я говорила ранее, мы взяли доплер на прокат, чтобы слушать сердцебиение. По крайней мере, мне так было спокойнее, и не нужно было довольно-таки часто бегать на УЗИ. В принципе, на УЗИ я была, помимо скринингов, раза два, чтобы смотреть, там, отслеживать шейку, и когда у меня побаливал живот, и еще это было связано с некоторыми моментами, о которых я чуть дальше в видео расскажу. И одновременно я заказала для себя, когда поняла, что эта вещь для меня просто какое-то успокоительное и вещь незаменимая, на Алиэкспресс заказала доплер, но только недавно он пришел, очень долго шел мой доплер, потом он потерялся, его снова отправили, но все равно в третьем триместре тоже для успокоения иногда хочется послушать сердечко. Ну, мне так спокойнее, сейчас я так не злоупотребляю, это довольно-таки редко, но тем не менее я считаю, что это очень важный агрегат и прибор, как и подушка для беременных. Она очень удобная и комфортная. Также я взяла бандаж, но бандаж пока мне не пригодился, как-то без него я обхожусь. Но посмотрим, как пойдет дальше. 18 недель мне назначили сдать в синего Приску 2. Я более детально про все результаты рассказывала в этом видео. Там все хорошо, чему я была несказанно рада. Риски там минимальные, потом обязательная, в обязательном порядке идет консультация генетика. Тоже сказали, что риски минимальные. Когда мне, кстати, назначили Клексан с 20 недели, то тоже есть отдельное видео на моем канале. Мы ездили к гематологу. Вообще, мне его назначили просто дистанционно. С врачом я общалась онлайн в Киеве, потому что в Днепре очень мало специалистов в этой отрасли, области, и к ним крайне тяжело попасть. Но все равно меня отправили в 4-ю больницу. Там, конечно, была врач на подмене не очень хорошая, но мне нужно было подтверждение заключения для женской консультации. Также в 15 недель самый негативный момент второго триместра, который я бы хотела отметить и вам рассказать, это авария, в которую мы попали не совсем по своей вине, но для меня это был стресс, я очень переживала, у меня, конечно, все сжалось, я переживала, чтобы не попасть в больницу, но, слава богу, тоже обошлось, и поэтому, так как у меня живот потом несколько дней болел, возможно, тонус, переживания, нервы, это была первая авария в моей жизни, на всякий случай пошла на УЗИ, там было все хорошо, шейка длинная, никаких поводов для беспокойства нет, потому что очень и очень, конечно, я переживала. И еще из негативных моментов, тут Эбичка наша проснулась, у меня где-то с 17 недели, даже раньше, посыпали зубы. Но зубы у меня были всегда в плохом состоянии. Не то, что я за ними не ухаживала, не пломбировала. Я постоянно посещала стоматологов. Мне ставили пломбы хорошими материалами. Ну, вот такая у меня наследственность. Никуда они не годятся. Поэтому мне и остеохард прописали, и кальций я пью. Даже половинку дозы, чтобы не перебарщивать, потому что все хорошо в меру. Но, тем не менее, несколько пломб я поставила, одну коронку, но сейчас тут все хорошо и все нормально. Единственное, что я отказывалась от любых анестезий. Ну, в принципе, зубы у меня так были без нервов, поэтому все нормально, все хорошо. Это, конечно же, дело затратное, но нужно все пролечить до рождения ребеночка, потому что первые месяца ты самого его не оставишь. Поэтому лучше это все решить на этапе беременности.
Если Преску-2 назначают где-то в 17-18 недель, плюс-минус, возможно, и раньше, то на скрининг УЗИ, на второе экспертное УЗИ вас отправляют в 20-21 неделю. Я его прохожу в женской консультации у Качуры, замечательный врач. И многие-многие девочки по моим советам, по рекомендациям, даже если наблюдаются в других женских консультациях, то ходят к ней на УЗИ, но действительно она специалист хороший. Оборудование, может, не самое лучшее. И там мы, конечно, уже точно, окончательно узнали пол нашего малыша. Это девочка, и тогда многие уже догадались, что это девочка еще до гендер-пати. Мы, конечно, очень рады. Потому что обои хотели девочку, по крайней мере, первую. Ну, или двойню королевскую, мальчика или девочку. Ну, две девочки тоже было бы замечательно. Поэтому по УЗИ все нормально. Единственный момент — была дополнительная хорда в сердце. Возможно, она рассосется, но посмотрим, что нам скажут на третьем скрининговом УЗИ, которое делается в начале третьего триместра. Кому назначают в 30, в 32, 33 недели, ну, в этом промежутке. Насчет боли в животе, в пояснице, да, они возникали, но это все было абсолютно не критично, это все было терпимо. Поясница побаливает и по сей день, но при этом я продолжала активничать, я продолжала больше двигаться, до 10 тысяч шагов я работала, и это, конечно же, все отвлекает и не дает вам времени свободного заморачиваться по мелочам и выискивать какие-то проблемы. Просто нужно настроиться на позитив, и что будет все хорошо. Но поясница, то, что болит, это нормально, потому что вес приходит. Где-то я набрала за второй триместр 5,5-6 килограмм. Нагрузка на позвоночник, на спину увеличивается, это нормально, плюс растет живот, там связки, что-то тянет, потянет, ребеночек как-то шевелится, может не так лечь, поэтому какие-то незначительные болевые ощущения, но это не критично, это все в пределах нормы, не стоит отчаиваться и паниковать. И насчет шевелений, кто-то их ощущает в 20 недель, кто-то в 18. Мне кажется, я вообще начала рано ощущать, даже мне сказали, 16-17 недель я почувствовала первые толчки. Это, конечно же, ни с чем не сравнимо. Это просто какое-то волшебное чувство. Это абсолютно новое, невероятное. И каждой девушке желаю почувствовать шевеление своих деток в животике, потому что это просто прекрасно, и это реально настоящее чудо. У вас растет, развивается ваш ребеночек, ваша половинка, ваша частичка, какие-то у него там манипуляции происходят, своя жизнь, свои движения, он растет, развивается. По поводу активности моей, то во втором триместре я уже начала делать зарядку по вечерам, кроме ходьбы активной, больше движения, и возможно из-за этого у меня нет отечности, у меня нет таких серьезных проблем, болевых ощущений, потому что движение — это жизнь, и беременность никто не отменял. Поэтому я понимаю, что тяжело, я понимаю, что лень, не хочется, но нужно брать себя в руки, думать не только о себе, но и о своем ребеночке, чтобы было все у него хорошо, а это только во благо. Поэтому какая-то элементарная зарядка, какие-то упражнения, побольше жидкости, гулять на свежем воздухе, и все у вас будет замечательно. Настраиваться на позитив и заряжаться позитивными эмоциями. И гулять сейчас на солнышке, конечно, без фанатизма, но получать натуральный витамин D. Так, 25-26 недель у меня появился дискомфорт, некий зуд из-за переохлаждения. Я рассказывала, что на работе как раз еще был такой переходной период, было не совсем жарко, то холод, то сквозняки, и я сидела постоянно с открытым окном, которое сзади мне сквозило. Понятно, что походу немножечко меня продуло, потому что иммунитет наш во время беременности падает. Как только появился дискомфорт, я начала ставить свечи гексикон, я ходила к врачу, она говорит, вообще в идеале сдать мазочек, но так как я уже начала ее проставлять, доставьте, тем более как-то быстро это все прошло, и тьфу-тьфу, полупаковочки я проставила, и все нормально. Единственное, на следующем приеме она возьмет на всякий случай у меня мазочек, ну, лишним точно не будет. Ну, а так, в принципе, все хорошо. Также 26 недель, плюс-минус, кому как назначают, не совсем приятный анализ, про который тоже есть отдельное видео более подробно, вы сдаете
кровь на сахарный диабет беременных. Он называется глюкозотолерантный тест, где вы сначала идете в лабораторию, вам берут кровь с пальца, измеряют сахар. Если он в норме, то потом вам дают выпить глюкозу. Я добавляла туда сок лимона, чтобы не было так противно. И у вас берут потом через 2 часа, еще раз проверяют и смотрят, что у вас там с глюкозой после нагрузки. Так, тут Эбби проснулась и кусается. Эбби, а ну... И также 26-27 недель, если я пила кофе без кофеина, то как-то меня отвернуло. Я его пью, но сейчас крайне редко. А раньше вообще обожала кофе с молоком каждое утро без кофеина, перед работой. Потом как-то начала пить цикорий. И сейчас... Вот, начало третьего триместра, как-то я подсела именно на зеленый чай. И также где-то с 26 недели мне захотелось больше мучного, сладенького. Сейчас я, конечно, не так придерживаюсь правильного питания. Конечно, гадости я стараюсь не употреблять, да их практически не употребляю. Но вот какие-то домашние выпечки, вкусняшки. Мне, конечно, хочется и медок. Иногда халва для диабетиков. Так, Эбби сходит с ума. Фрукты сейчас уже пошли тоже хорошо. Ну, как бы яблоки, клубничку уже можно кушать. Ну, вот такое. Но, опять же, вы можете вообще не кушать, но килограммчики будут приходить, и это нормально. То многие спрашивали, где она, почему ее не видно. Вот она, вот девочка, вот она, вот. Вот она, красотка. Вот наша девочка. Вот наша девочка. Балованная девочка. Я себе позволяла и позволяю иногда Наполеон. Мне нравится еще очень редко творожные круассанчики. Я делаю свою шарлотку с яблоками и с творогом без сахара. И снова начала делать овсяные печеньки, потому что где-то первый триместр, конец первого триместра и практически весь второй меня тоже от них отвернуло. А тут как-то мясо я... снова перестала есть, но вот рыбку я очень люблю. И, конечно, мне хочется еще сыра с плесенью. Пару раз я покупала себе бри, но именно из пастеризованного молока, который термически обработан. Всего лишь пару раз и пиццу. Также 4 сыра тоже себе покупала. И еще мне нравится имбирный чаек. Вот такие вот дела, что касается моих пристрастий в питании. И еще тыквенные семки я тоже люблю. Это перепады настроения в конце второго триместра. Но, в принципе, они у меня длились недолго. И сейчас все нормально. Я не могу сказать, что я капризная, что я хочу того-сего. Да ладно, среди ночи. Давай, Леша, вставай, иди. То сделай, то не делай. У меня такого нет. Я, в принципе, ну... как-то нормально себя веду, если честно, мое поведение особо не отличается. Даже иногда мне говорят, что нужно притормозить, нужно вспомнить, что я беременная, поменьше активности. Но я считаю, что активность – это хорошо. И в 28 недель мы были, 27-28 недель в этом промежутке, мы были на фотосессии по беременности. И это, конечно же, просто незабываемые, непередаваемые эмоции. Это что-то новое, это память, и оно реально того стоит. И на эту тематику у меня... тоже есть отдельное видео. В принципе, на основном канале, не на этом, а на основном канале, ссылочки я поставляю обязательно. Ну и подводим итоги второго триместра. По массе прибавки тела это плюс 5,5-6 килограмм, ни много ни мало, все в пределах нормы, надеюсь, в третьем триместре я наберу не больше. Как-то у меня набор веса идет скачками, то он стоит на месте, то он приходит, хотя в конце даже второго триместра я немножечко убавила. Фигура, я не могу сказать, что прямо как-то сильно у меня поменялась, грудь эту немножко как выросла, так и все, она остановилась, но животик растет довольно-таки хорошо, малышка активная, я ее чувствую, и когда появляется шевеление, вас, конечно, это успокаивает, и вы наслаждаетесь своим прекрасным беременным положением каждый день, и ждете, когда же она появится, вы с ней можете разговаривать, может сказки кто-то рассказывать, может будет петь песенки, вот даже сейчас она дает признаки, что у нее все хорошо у нашей малышки. Будьте более активными, ходите больше пешком, по возможности делайте какую-то элементарную зарядку, йогу для беременных. Слава богу, сейчас довольно-таки много информации в интернете. Также
крем каждый вечер и легкий антицеллюлитный массаж у меня и был, и есть. Про крема, про свой, наверное, уход за телом во время беременности я сниму отдельное видео и на этом канале, хотя есть подобное видео и на основном канале Иринка Перинка. Кому интересно, проходите и смотрите. Но реально, каждый вечер или масло, или молочко после купания я наношу на участки, которые склонны к чисто теоретически к растяжкам, где могут появиться стрии. Пока, слава богу, растяжечек у меня нет. И в животик я втираю в грудь, а вот бока, попу, все свои бедра я массирую антицеллюлитными массажерами, улучшаю кровообращение. Также у меня еще есть крем Венотоник, потому что сосудики, конечно, больше проявляются. И по возможности просите мужа, чтобы он делал вам массажик ножек, чтобы у вас не было усталости снимать нагрузку, и чтобы не было отечности, и было у вас все хорошо. И подведем итоги по негативным моментам второго триместра. Самый такой серьезный и ощутимый — это авария. Причем я не сказала, что была одна авария автомобильная, а потом через 2 недели я ехала в троллейбусе, и там еще он наехал на бордюр, и была такая серьезная встряска, стресс, переживание. У меня прямо все сжалось. И это, конечно, не очень хорошо. По зубам это все такое относительное. Многие ссылаются на беременность. Возможно, да, идет расход больше микроэлементов, витаминок, но для этого мы принимаем и дополнительные препараты, витаминные комплексы. В принципе, зубы у меня были и так плохие, поэтому, наверное, особо даже с беременностью я это связывать не буду. Рано или поздно мне все равно нужно было менять эти пломбы и все равно ставить коронку. Клексан больше у меня даже идет профилактическая доза. Кто мне писал, зачем ты его принимаешь, он тебе не нужен. Но когда вы так долго ждете своих деток, долгожданных малышей, и просто пустить все на самотек и ничего не делать для предотвращения каких-то не очень приятных моментов, то, мне кажется, лучше в этом плане перебдеть. А насчет того, что иногда закладывает ухо, и причем одно правое, я так понимаю, что это скачки давления. Хотя вот и давление, когда прихожу на прием в женскую консультацию, мне меряют, у меня все хорошо. У нас есть дома прибор, но, если честно, я не заморачиваюсь этим моментом, я себя чувствую отлично, и ничего там я не измеряю. Да, дышка, возможно, появилась, но, опять же, это все незначительно, надо будет лучше двигаться, нужно больше активничать, и все будет хорошо. И токсикоз до 16 недели, это все дело такое, можно пережить. Понятно, что когда тебе хреново, ты думаешь, боже мой, когда этот день закончится, вообще, когда пройдет этот период, и уже закончится эта тошнота, у кого-то рвота, вообще у некоторых таких серьезных все моментах это протекает, и некоторые даже в больницу попадают с токсикозом, но не дай бог и теряют в первый триместр. Но у меня, наоборот, была прибавка плюс 3 килограмма в третий триместр, потому что не было рвоты. Возможно, из-за того, что у меня нету запахов. И в этом плане это даже хорошо, потому что если были бы у меня запахи, я представляю, что меня от всего бы тошнило, меня от всего бы отворачивало. Еще, конечно, один из негативных моментов беременности – это геморрой, это запоры. Что касается геморроя, слава богу, у меня эта проблема миновала, хотя гинеколог, врач-акушер-гинеколог будет вас спрашивать про эту проблему. И если она появится, то будут решать, насколько это возможно. Насчет запоров я, кстати, на них не сильно акцентировала внимание, потому что под конец второго триместра я стала обходиться без миколакса, без этих микроклизм, без свечей с глицерином. Хотя вот первый и начало второго триместра у меня были такие нюансы. То ли, может, из-за того, что я переживала, там, извиняюсь за подробности, дуться, что как-то смогу навредить. А вот сейчас все нормально, хотя я стала больше употреблять не только овощей, но и мучного, но стараюсь все же именно из цельнозерновой муки, чтобы было злаков побольше. Опять же, все эти моменты, они быстро забываются, это все незначительное, и все зависит от тебя.
на что ты настроена. И я бы советовала вам настраиваться на позитив, потому что ваш ребеночек, ваш малыш, сначала эмбрион, потом плод, а потом уже полноценный человечек, от вас все чувствует, ему все передается, у вас на двоих все одно. И даже, знаете, когда я делаю укол к Лексанчика, наша девочка всегда в движении. Она чувствует, что маме немного неприятно, немножечко больновато, поэтому ей тоже это не нравится. Опять же, у всех ситуации разные. Не слушать окружающих, которые будут вам говорить: а у меня было вот так, а у тебя по-другому, значит, что-то не так, ай-яй, ой-ой, проблемы, и здесь вы себе будете там что-то надумывать, расстраиваться, переживать. Лучше искать научные исследования, есть переводчики, пускай это наши, иностранные, зарубежные. У меня было две настольные книги, и есть «Во время беременности», которые я могу вам посоветовать от всей души, потому что они написаны на основе последних научных исследований, где используется прежде всего мировая практика, доказательная медицина. Это доктор Елена Березовская и доктор Белоконь. Вот если есть какие-то вопросы, какие-то моменты и непонятки, то лучше все же почитать эти книги. Там все от и до расписано очень понятно, элементарным, доступным языком. Поэтому читайте и не заморачивайтесь, и не надумывайте себе проблемы. Если честно, вот эти все моменты, они быстро проходят и быстро забываются, и в памяти остаются только положительные эмоции, эти незабываемые ощущения. Конечно, второй триместр, он просто волшебный. Сначала эмбрион, потом плод, потом уже маленький человечек, которого вы видите на втором скрининг УЗИ, и вы понимаете, что у него уже все сформировано, но и дальше идут процессы формирования. Потом вы узнаете пол, вы радуетесь, вы можете уже совершать первые покупки и вещичек, и игрушек, коляски, кроватки. Кстати, что касается кроватки и коляски, мы до сих пор не определились. Не потому, что мы суеверные и заранее там ничего не хотим покупать, нет, просто мы еще не нашли для себя подходящих вариантов. Потом вот эти первые толчки, шевеления, тоже эмоции просто будут зашкаливать. Это невероятные, непередаваемые ощущения, и желаю почувствовать, ощутить это каждой из вас. И потом толчки усиливаются, ребеночек икает, и вам становится спокойнее. Вы понимаете, что вы уже такая серьезная, глубоко беременная, когда вам начинает уступать место, где-то пропускать без очереди. И вы прямо, знаете, горды собой, вы начинаете наслаждаться собой. И желаю каждой из вас именно кайфовать от вашей беременности, от вашего прекрасного, волшебного, чудесного состояния. А весь негатив пускай он проходит поза вас. Не заморачивайтесь, будьте на позитиве, и все у вас будет обязательно хорошо. Чего я вам искренне от всей души желаю. Не забывайте про пальчики вверх, поддержите меня, за что вам огромное спасибо, и пишите про курсы по подготовке к родам. И напоследок, хотела поздравить свою зрительницу, очень хорошую знакомую, Марию, потому что у них родилась доченька, их долгожданная девочка. Я думаю, что на одном ребенке они точно не остановятся, но если бы вы знали их путь, то вы бы поняли, как это все тяжело, но люди не опускали руки до последнего. И даже на этом моменте они не остановятся и будут идти дальше. Поэтому их девочки, здоровья, счастья, всего самого лучшего. Пускай будет все просто идеально, все хорошо. Эти 3 дня в роддоме быстро пробежат, и потом будете наслаждаться своим родительством. И вам, конечно, всего самого лучшего. Пускай ваша девочка растет и вас радует, и дарит счастье, позитивные эмоции. Теперь точно всем пока. Чао. И всех, у кого родились детки, поздравляю искренне от души. Счастья, здоровья желаем. Чао.